всем привет. А вы верите в золотую рыбку? Что? Не верите? А я вам сейчас это докажу. Сейчас золотая рыбка исполнит три моих желания. Поехали! Начало видеоролика. Советую подписаться на мой канал. Написать ясику. Ссылочку внизу. Большой. И теперь ей маленький. Но, к счастью, там можно поставить пароль и тоже. Всем сейчас я буду поставлю на их все телефоны пароли. И они не смогут разблокировать их, пока я не скажу им об этом. Сейчас возьму и... И делаю заблокирован. Теперь папин. Три, два, два, три, Д. Заблокирован. И вот остался я Майя. Кубы. Три, два, два, три. Нет. Один, два, три, четыре, пять. Все заблокированы. Классно. Все телефоны заблокированы. Вы видели? Все телефоны заблокированы. А теперь мне остается лишь подумать, какие желания. И заказать. Привет, мам. Я вот поиграла на твоем телефоне. Я решила тебе его как бы отдать. Держи. Спасибо. После этого я куплю тебе мороженое. Что? Что? Почему телефон забыл? Даша, говори быстро пароль. Я не могу без пароля зайти и проверить свои ВК или даже одноклассники. Нет, не скажу. Я лишь тебе скажу, если только ты исполнишь одно мое желание. Я? Ну нет. Издеваешься, не буду твои желания глупые выполнять. Может быть, ты засунешь мне банну в одежде или кинешь мне козырь, копаешь меня. Нет. Нет. Эти телефоны тебе не видать. Ладно, слушаю твои желания. Для начала ты должна одеть розовый халат моей сестры. Одеть шапочку мою красную с новогоднего года. И пойти на улицу, ну, и там притворяться, как поросенок. Вот так вот. И заодно не забудь захватить мою свинку. Пухлю. Поросенка моего пухлю. Вот сейчас посмеялся, точно. Отче, ты что? Я же опозорюсь! Не надо. Ладно, давай свой халат. Обязательно надо было мне его кидать в лицо. Я не нашла шапочку. Можно ободок или на шапочку. Важно, одевай все что угодно, только розовый или красный. Хорошо.
Может, не надо пухлю брать? Нет, по секрету не хочу его брать. Игрушку я еще сильнее позорюсь. Ладно, начинаем. Эй, вы все, посмотрите, я здесь, посмотрите на меня. На меня. Я разблокировала его. Спасибо. Ой. Ты держись еще мне. Привет, пап. Чай, Даша. Мне уже твоя мать все рассказала, что почему-то ее так разыграла жестко. И ты ее опозорила. Надеюсь, ты меня не опозоришь. Давай, давай быстрее мне телефон. И разблокируй пароль сейчас же. Если тебе мама не сказала, чтоб я тебе дала телефон, разблокировала телефон, ты должен выполнить мое желание. Не сказала? Сказала? Ну, сказала. Я не собираюсь твои желания глупо выполнять. Хотя, если я хочу добить телефон. Ладно, я выполню. Только одно. Только одно? А какое же еще? Ладно. Говорю, ты должен одеть юбку моей младшей сестры и крикнуть. Смотрите все на меня, танцуй. Буги-буги. Вот так вот. А мы танцуем буги-буги, поворачиваем в руки, ладоши хлопаем, вот так. Хе-хе-хей. Буги-буги, хе-хей. Буги-буги, хе-хей. Танцуем буги-буги, поворачиваем. И в ладоши хлопаем вот так. Эй! Смехота. Что-то мне нехорошо. Давай спой юбку. Не надо было в лицо. Господи, она мне маленькая. Если я начну себе на живот, я похудею. Почти натяну. Это сопищу. Ну вот, дочка, придумала такое задание дурацкое. Одеть юбку здесь красавица еще. О, это ужасно. Слушай. Эй, люди, смотрите на меня! Я буду танцевать буги-буги. Я танцую буги-буги, поворачиваю руки в ладоши, хлопаю вот так. Буги-буги, хе-хей! Буги-буги, хе-хей! Танцую буги-буги, поворачиваю руки в ладоши, хлопаю вот так. Буги-буги. Буги, хей, буги, хей, мы танцуем буги-буги, поворачиваем руки, ладоши, хлопаем вот так. Буги, буги, хей, буги, буги, хей, мы танцуем буги-буги, поворачиваем руки, ладоши, хлопаем вот так. Ha ha ha!
Давай, разблокируй мой телефон. Я уже разблокировала, держи. Привет, сестренка. Ты говоришь, как будто ты ничего не знаешь. Мне мама все-все рассказала. Ты позорила маму с свиньей, а папу буги-буги, как девочку. А мне что-то придумала. Нет, я не буду отвечать на твой пароль. Или буду? Нет. Ладно, давай, только одно желание. И не такое, как у мамы с папой. Да ладно, ладно, успокойся. Ты должна позвонить своей маме и сказать, она ушла на работу, а папа тебя, она думает, что ты в школе, а папа тебя не повел сегодня в школу. И поэтому ты должна позвонить маме и сказать, что тебя исключают со школы. Вот совсем ку-ку. А телефончик ты получить хочешь? Ладно. Тащи планшет. Позвонить. О. Привет, мам. Привет, доченька. Говорю быстрее, это у меня сейчас важная работа здесь. Мам, меня исключают со школы. Что? Мама меня. Ловите меня, я падаю. Мне плохо. Слушай, ой, мне плохо, это все на камере. Вот, видели? Вот таким образом можно загадать желание, сколько вам пожелается. Ставь лайк, подписывайся на мой канал и на мой подписывайся на канал. Подписывайся, ссылочка внизу.